Масштабная территория вокруг 11 домов по улице Школьная в скором времени преобразится. Ремонтные работы по благоустройству придомовой территории находятся в завершающей стадии. Сейчас рабочие укладывают асфальт. Уже заменили все бордюрные камни, создали дополнительное парковочное пространство, установили новые столбы освещения. Дворы станут светлыми и аккуратными. Здесь мы уже благоустроим не просто двор, а благоустроим уже микрорайон. Соответственно, на данном этапе будет уложено около 7 тысяч квадратных метров нового асфальтобетона. Устроено в этом микрорайоне 4 новых детских площадки, 4 новых спортивных площадки и реконструировано существующие. Также на территории вокруг домов от 55 до 73 добавят пешеходные дорожки. Их тоже асфальтируют. Где требуется, отремонтируют входные группы подъездов, установят лавки и урны. А здесь, возле 53-го дома, появится первая в городе бомбинтонная площадка. Территорию уже асфальтировали. Осталось нанести разметку и установить сетку. Новые детские площадки почти готовы принимать юных гостей. Осталось только положить прорезиненное покрытие. Все игровые элементы установлены. Приятно, когда город красивый. Вот. И дети будут рады. Есть где теперь гулять им, да, играть? Есть играть, где гулять, площадки детские особенно. Это просто замечательно. А то знаете, как они отлазят под окнами и в окна. А потом вырастают, с ними не справишься, с детьми. А это площадочки, пожалуйста, они на них играют. Местные жители выходят со своими пожеланиями. Говорят, сейчас в их дворе не везде есть удобный сход между тротуаром и проезжей частью. В таких местах необходимо сделать понижение бордюра. Приходится ногу высоко задирать, тут на коленка после операции, а там вот так не сделано. И очень болезненно довольно-таки. Вот пожелание такое, чтобы это обязательно было учтено. Основные работы планируется завершить в течение 3-4 дней. После того, как уложат асфальт, здесь начнется этап зачистки территории. Нанесение разметки, установка дорожных знаков, озеленение. Сотрудники Дорсервиса постарались сохранить максимальное количество зеленых насаждений, но дополнительно еще посадят новые кустарники. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ирина Коршелева. Видное ТВ.